Ну что ж. Толкнула. Мы начинаем. Сейчас мы находимся на даче. Расскажи, что это. Ну, примерно вот все, что я могу сказать. Хорошо. Мы находимся на даче недалеко от Минского шоссе. Специально сюда приехали с лучшими друзьями, дорогими нашими людьми. Кто вы вообще? Вот, на даче у Ивана здесь очень хорошо и тепло, нас приняли. Мы тут как бы... Сидим. Сидим. Да, и сейчас... Начать ехать на Минск. Да, очень не хочется никуда ехать, если честно, потому что жарко. Потому что в Минске нас пока непонятно, где мы живем. Вот, но приключения начинаются уже сегодня. Настроение пока не очень. Итак, мы едем в Минск. А, да, пока что... Все очень серьезно. Вот они, наши березки родные, прощаемся с ними. Что, где березки, что ли? А, ну я понял, что ты поехал бы, конечно. Да ты жук ты. Ладно, давай отдыхай. Это завтра выходной или как? Давай. Мне Бакарди привезли. Вкусненькую. Да. Давай, Антон, все. Следующие выходные скоря привезу. Давай. Пока. Я так не умею. Я так не могу. Смотри, вот сейчас. Вот он. Добрый человек. Добрый человек. Отличный момент.